Таким образом, мы охватываем около 300 человек, кому мы оказываем помощь. В нашем регионе мы оказываем помощь людям из городов Дружковка, Константиновка, Славянск, Лиман, Святогорск и Краматорск. И таким образом мы поддерживаем и продолжаем развивать в еврейском духе. Раньше был Донецк, теперь Донецк остался с другой стороны. И только Харьков, Днепр, эти города, куда люди могут поехать, совершить молитву. И там есть и учебные заведения, которые дети там учатся, еврейские школы, училища. Кривой Рог еще есть, там тоже у них и синагога, и детский садик, и школа. То есть к нам приезжает два раза в году синагога на колесах, называется Мицва Мобиль. Они могут приехать с любого города, и из Херсона, или же из Днепра. И они объезжают такие маленькие города, как наш, в которых нету синагоги. Там приезжают раввины, и они проводят эти молитвы и обряды, чтобы люди успокоились, чтобы продолжали жить мирной, обыденной жизнью, получали счастье и радость от того, что солнце и мир на земле, и что люди защищены именно с еврейской стороны, надежно защищены. Мы всегда готовы протянуть руку помощи. И когда у нас и сейчас живут люди-переселенцы, мы стараемся их поддерживать, помогаем им оплачивать жилье и продукты приобретать. То есть не хотелось бы никаких тяжелых событий. Я хотела бы пожелать, чтобы все жили в мире, в радости, о том, чтобы все были здоровы. Будет здоровье, будет мир, и будет всегда хорошее настроение творить чудеса и заботиться друг о друге, чтобы у всех было хорошо и в семьях, и на личной жизни, чтобы росли дети, развивались и получали максимум удовольствия от нашего цивилизованного мира. Ну, в общем, как-то делаем досуг более приятный для нашего населения еврейского. Но все как-то настроены, в принципе, на оптимистическую ноту и думают, что все как-то разрешится в положительную сторону. Мы только надеемся на мир, мы и молимся миру каждую пятницу и говорим мир нашему дому и мир нашей стране.